Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Слитный Дмитрий Игоревич, и сегодня мы разберем с вами типовые задания вступительного испытания по информатике. Всего у вас будет 25 заданий, теоретические и практические. Мы с вами разберем больше практические задания, на теоретических лишь на некоторых я акцентирую особое внимание. Первое задание. Достаточно простое, связанное с системами счисления. Данное задание можно решать, в принципе, двумя способами. Давайте само задание прочитаем. У нас есть сколько единиц содержит двоичное представление числа 9c, 7, 3 в 16-единичной системе счисления. Конечно же, есть два решения этого задания. Первое, я покажу оба. Первое решение достаточно громоздкое, второе будет куда попроще, но там нужно знать небольшую хитрость, небольшую табличку. Начнем с первого способа. Во-первых, нужно знать, как переводить числа из одной системы счисления в другую. Для этого можно воспользоваться формулой. Данная формула предоставлена вам, она для перевода чисел из любой системы счисления в десятичную. К сожалению, мы не можем переводить числа сразу одной системы в другую, нам обязательно нужно проходить через десятичную систему счисления. Ну, десятичная, это как раз таки привычная нам с вами. Формула. Как выглядит формула? У нас есть А с индексом Q, где А это само число, Q основание системы счисления. То есть в нашем случае это будет 9C73, это А, и Q это как раз таки 16-единичная система счисления. По формуле мы расписываем каждую цифру числа, умножаем на основание, и основание возводим в степень разряда этой цифры. То есть что мы с вами делаем? Мы над каждой цифрой подписываем разряд справа налево, начиная с нуля. То есть циферка 3 у нас имеет нулевой разряд, цифра 7 первый разряд, цифра c второй разряд и цифра 9 третий разряд. Тем самым у нас получается такая формула. У нас получается с вами, что мы 9 умножаем на основание системы, на q, в степени разряда, то есть в той степени, в которой стоит наша тройка. То есть девятка это у нас третья. Имеет третий разряд, значит, 16 мы умножаем, возводим, вернее, в третью степень. Плюс c. Не забываем, что у нас цифры c нету в десятичной системе. Мы переводим цифру c в привычные нам цифры, то есть в значение 12. У любой системы счисления выше 10, десятичной цифры 10, 11, 12, 13 и так далее заменяются на буквы латинского языка. Соответственно, буква С это 12, буква А, например, это 10 и так далее. Далее. Плюс 7 умножить на 16 в первой степени, плюс 3 умножить на 16 в нулевой. Ну, 16 в нулевой, я думаю, все уже знают, что это будет единица. Соответственно, все, что нам остается сделать, это посчитать данное выражение. Данное выражение равно у нас 40051. И таким образом 9c73 в 16-единичной системе это то же самое, что 40051 в десятичной системе. Но наша задача с вами перевести число не в десятичную, а в двоичную. Если мы переводим из любой системы счисления в десятичную, для этого нам нужно произвести операции, связанные с умножением, то для того, чтобы перевести число из десятичной системы счисления в любую другую, нам необходимо повторить обратную операцию, то есть операцию деления. Перевод здесь достаточно простой. Делим число на основание системы, в которой хотим перевести число, и делим мы число до тех пор, пока у нас остаток не будет меньше, чем основание. То есть, вот смотрите, у нас получается было число 40051, поделили его на 2, у нас получилось 20025 и остаток 1.
Все остатки мы с вами запоминаем. Они обязательно, они нам нужны, из них и строится наш ответ. Далее, 20 025 делим также на 2, у нас получается 10 тысяч 12, и опять остаток 1. Остаток меньше основания, значит все хорошо. Если остаток у вас получился больше, чем основание, значит вы что-то сделали не так, значит вам нужно пересчитать. Делим так до тех пор, пока вот здесь не доходим до двоечки. 2 делим на 2, у нас получается единица, и в остатке 0. В принципе, здесь можно было бы уже остановиться, но если мы остановимся именно на этом шаге, нужно не забыть вот эту единичку подписать в ответ. Но чтобы этого не делать, чтобы нам не забыть точно, мы еще раз единицу поделим на 2, у нас получится 0 и остаток 1. Все остатки мы не забываем подчеркнуть на всякий случай, и ответ мы записываем с конца. Таким образом, остатки у нас собираются в обратном порядке, и у нас получается число 1, 2, 0, 1, 2 единицы 0, 2, 0, 1, 2 единицы 0 и 0, 11 в двоичной системе исчислений. Наша задача посчитать, ну, в принципе, можно посмотреть, что это то же самое число, записанное в обратном порядке. Вот у нас 1, 1, 2, 0, 2, 0, и потом 3 единички, вот они идут, 3 единички и так далее. Наша задача посчитать количество единиц в двоичной записи числа. Ну, нам остается только посчитать эти самые единички. Их у нас здесь с вами 9 штук. Это и будет ответ на задание. Второй способ решения этого задания связан с правилом, которое называется перевод при помощи триад и тетрад. Есть такая вот табличка, в которой представлено само число, и есть такой небольшой переход от числа к двоичной системе. Так вот, если мы с вами переводим любое число из восьмеричной системы в двоичную, то мы пользуемся вот этим вот синим квадратиком. Нас интересуют только разряды длиной 3. Соответственно, число 0 это будет 3 нуля, число 1, вернее, не число, цифра 1 это будет 2 нуля единицы, цифра 2 это будет 0,1,0, 3 это будет 0,11 и так далее. Если же у нас 16-ричная система исчисления, то мы используем абсолютно все 4 разряда числа. Таким образом, что у нас получается? Мы берем и просто каждую цифру нашего числа заменяем на эквивалентную ей двоичную запись. То есть смотрим, цифра 9, это у нас 1, 2, 0, 1, 101. Цифра c, не забываем, что это то же самое, что 12, это 11, 2, 0. Цифра 7, это у нас 0, 3 единички. И цифра 3, это у нас 2, 0 и 2 единички. Все, это и будет ответ на задание. То есть для выполнения первого задания, во-первых, нужно знать, что такое система исчисления, уметь переводить системы из одной, из любой в десятичную, из десятичной в любую, либо воспользоваться данным правилом. Если вам может встретиться, конечно, и другое задание, например, на обратный перевод, там, из двоичной системы в 16-ричную или 8-ричную, но здесь мы поступаем точно так же, только в обратную сторону. Например, возьмем то же самое число, которое у нас получилось, и мы хотим перевести его обратно в 16-ричную систему. Мы берем и разбиваем это число на тетрады по 4 знака. Разбиваем обязательно с конца. И дальше точно так же сопоставляем наши ячейки с цифрами. Соответственно, 101 это также 9, 11, 0 это c, 0,11, 0,111 это 7 и 0,11 это 3. Все, это и будет ответ в 16-ричной системе. Если же мы с вами хотим перевести, например, не в 16-ричную систему, а в троичную, скажем, то мы берем с вами точно так же с конца, но только отделяем не по 4 знака, а по 3
И если у нас впереди вдруг не хватает, то мы просто можем подписать еще 2 нуля. Впереди нули, они все равно незначимые, они никак не повлияют на наш результат. И точно так же записываем наше число. Единичка это и будет. Единичка. Здесь еще раз. Единичка. 11, 0. Это у нас 6. 5. Единичка. 6. И еще тройка в конце. Это будет ответ в восьмеричной системе счисления. Надеюсь, с этим заданием все понятно. Переходим к заданию номер два. Задание номер два. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв О, П, Q, R, S, T, решили использовать неравномерный двоичный код, который удовлетворяет условия фано. Для букв О использовали кодовое слово 2 нуля, для букв R кодовое слово 1 0. Какова наименьшая возможная сумма нын всех шести кодовых слов? И есть небольшое примечание, что такое условие фано. И нам говорят, что условие фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это дает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Задача тоже не самая сложная. Для ее решения достаточно построить небольшое двоичное дерево. Мы с вами уже знаем, что у нас буква О и буква R имеют код 00 и, соответственно, 10. То есть тем самым вот у нас есть узел, самый главный. В нем у нас ничего не стоит. И дальше мы идем просто по спускаемся вниз по уровням. Соответственно, вот буковка О это 0, 0, буковка R это 1, 0. В одну сторону вы строите единички, в другую сторону вы строите нули. Соответственно. И у нас с вами остается такая ситуация, что нам нужно доставить еще 4 буквы. Но место у нас есть только под 2 буквы ниже. Тех букв, которые мы уже установили, мы ставить ничего не можем. То есть там мы увеличивать длину нашего дерева не можем, потому что иначе мы не сможем соблюсти условия фано. Поэтому нам остается только увеличивать длину ветки 0,1 и 1,1. Увеличив, мы видим, что у нас есть как раз 4 места под буквы, и мы можем спокойно все оставшиеся буквы закодировать. В какой последовательности кодировать их здесь не имеет роли, не играет никакой роли, по причине того, что нас интересует лишь сумма длин всех шести кодовых слов. А от перестановки слагаемых сумма не поменяется. Ну, мы можем с вами, например, таким образом их закодировать. То есть для буквы Q у нас будет код 010, для буквы R 011, для буквы S это будет 110 и для буквы T 3 единицы. Таким образом, у нас получается, что 4 буквы будут иметь длину равную 3, и еще 2 буквы длину равную 2. Все, что нам остается сделать, это просто сложить все длины. И таким образом у нас получается как раз ответ 16. Следующее задание, задание номер 3, решить уравнение, где x это основание системы счисления. Опять-таки, для решения этого уравнения нам необходимо знать, что такое система счисления и уметь переводить числа из одной системы счисления в другую. Так как мы не знаем, какая здесь система счисления, проще всего все перевести именно в десятичную систему. Формула у нас была в первой задачке. Давайте просто повторим все то же самое, что у нас было в первой задаче. Переведем оба числа в десятичную систему, приравняем их и, соответственно, найдем неизвестный нам x. Соответственно, первое число 153 с основанием x плюс 2 расписываем по формуле. Единица умножить на x плюс 2 в квадрате, так как единица имеет разряд номер 2, плюс 5 умножить на x плюс 2. Ну, в первой степени, ну, единичку можно здесь не подписывать,
плюс 3, ну, плюс 10 на самом деле, плюс 3 умноженное на x плюс 2, но в нулевой степени, ну, так как в нулевой степени это будет единица, можно просто писать последнюю цифру без дополнительных множителей. Соответственно, точно так же мы расписываем вторую цифру, второе число 523 с основанием x минус 6. Мы точно так же переводим его в десятичную систему счисления. Все, что нам остается сделать, это приравнять, привести подобные. Приравниваем, приводим все подобные. И у нас с вами получается обычное квадратичное уравнение, которое необходимо решить. Решить можете вы его как вам угодно, хотите через дискриминант, хотите через теорему Виета, хотите подбором. Это уже на ваше усмотрение. У нас получилось два корня. Один корень 14, второй корень 11 четвертых. Ну, соответственно, дробный корень у нас получится, дробное значение у нас не подходит, потому что основание у нас не может быть дробным числом, это только целые числа. Ну, из всех этих ответов нам подходит только 14, соответственно. У этого задания в принципе есть и второе решение. На самом деле мы могли бы просто подставить каждое число вместо x и посмотреть, будут ли равны, соответственно, числа. Нам бы точно так же пришлось переводить. Но как вариант такое решение тоже возможно. Задание номер 4. И опять-таки задание, связанное с системой исчисления. В данном случае у нас есть все, нам дают все пятибуквенные слова, которые составлены из букв R, U, K и A, записанные в алфавитном порядке. И небольшой отрывок есть из этих пятибуквенных слов. Нам нужно указать слово, которое стоит на 255 месте от начала списка. Что мы с вами здесь должны сделать? Мы должны, во-первых, расписать, поставить буквы в правильном порядке. Все-таки порядок алфавитный, поэтому буквы будут идти у нас в порядке А, К, Р и У. В принципе, есть эта маленькая подсказка, есть и вот здесь. Если мы посмотрим на слова по вертикали, то мы увидим, что вот как раз первая буква А, вторая буква К, третья буква Р и четвертая буква У. Каждой цифре мы даем номер. Номер у нас начинается с нуля, то есть это будет нулевой, первый, второй и третий. Соответственно, у нас с вами получается на самом деле четверичная система исчисления. И такой момент, что мы ищем на самом деле не 255-е слово, а 254-е. По причине того, что самое первое слово, хоть и является у нас первым, но при переводе его, при приводе слова из букв в цифры, мы получим такую ситуацию, что слово у нас будет являться всеми нулями, а все нули это как бы ноль в любой системе исчисления. Поэтому на самом деле мы ищем не 255-е слово, а 254-е слово. И как здесь нам найти? Нам нужно просто взять и перевести 254 из десятичной системы в четырехричную систему счисления. Количество, еще раз вам скажу, что количество букв и будет обозначать, какая система счисления. Будет у вас здесь 5 букв, значит будете переводить в пятиричную систему, соответственно будете делить на 5. Переводим данное число в четырехричную систему счисления. Перевод, напоминаю, что у нас осуществляется здесь за счет деления. Мы точно так же делим наше число на 4, делим до тех пор, пока остаток не будет меньше, чем основание системы счисления. Ну и пока у нас целая часть, в принципе, не уйдет. Пока целая, вернее, пока целая часть не будет меньше, чем основание. Поделили 254 на 4, получили 63 в остатке 2, остаток не забыли, записали, себе куда-нибудь отметили. Делаем так до тех пор, пока у нас число не поделится. Соответственно, тройку делим на 4, получилось 0, в остатке 3. Все ответы записываем в обратном порядке. У нас получается 3332 в четырехричной системе счисления. Но мы переводим, да, далее мы переводим в обратно цифры в буквы. У нас с вами получится УУУР. Но так как мы ищем пятибуквенные слова,
то мы можем спокойно впереди, так как нам не хватает букв, мы понимаем, что у нас впереди, скорее всего, идет просто буква А, на самом деле до сих пор мы добавляем этот нолик, и так как этот нолик все равно незначимый, то у нас получается добавляется впереди буква еще одна А. И в итоге ответ у нас будет А, три буковки У и буква Р. Задание номер 5. Задание номер 5 на самом деле достаточно простое. У нас есть таблица смежности, по которой построены графы. И нам нужно определить, какой из этих графов подходит по нашей таблице, где можно здесь сопоставить их. Все очень просто. Смотрим на первую строчку и первый столбец, в которых у нас обозначены населенные пункты. Если между населенными пунктами есть какая-то цифра, значит между ними есть связь. Наша задача сопоставить населенные пункты и связи, которые находятся между ними. Если, соответственно, ничего нет, значит и связи тоже нет. Ну и давайте рассмотрим сам первый граф, который у нас здесь представлен. Мы видим, что у нас из вершины А мы можем, вернее, из пункта А мы можем попасть в пункт С, и стоимость перевозки здесь будет равна единице. Смотрим. Вот у нас вершина А, вот у нас вершина С. Между ними есть связь, и она равна единичке. Подходит. Дальше смотрим. Из вершины А можно попасть также в вершину D, и там будет у нас должна стоять двойка. Из вершины А в вершину D двойка. Тоже подходит. Дальше так. Так мы просматриваем абсолютно все вершины. Из B в C 2, из B в C 2, из B в D 3, из B в D 3. Дальше просматриваем из C в A. Мы на самом деле уже просматривали эту вершину, только в обратную сторону, но она точно так же равна единице. Из C в B точно так же 2, из C в D 5, и из C в D равно 5. Ну и дальше точно так же из D. Из D в A 2, из D в B 3, и из D в C 5. В принципе, первый ответ нам уже подходит. Но давайте на всякий случай проверим и остальные. Проверим под буквой B. Смотрим, из А мы можем попасть только в С и в Д. Из А мы можем попасть только в С и в Д. В Д дорога есть, а в С дороги нет. Значит, этот граф можно уже сразу же смело зачеркнуть, потому что нет дороги из А в С. Смотрим граф номер 3 под буквой В. Из А в Д дорога есть, и из А в С дорога есть. Но из А в С дорога 1, как в нашей таблице, а из А в Д должно быть 2, а у нас 5. Поэтому этот граф можно тоже смело зачеркивать. И последний проверим. Из А мы можем попасть только в С и D, а здесь мы опять-таки попадаем из А и в D, и в C, и в B. И еще и в B, во-первых, мы в принципе не можем попасть из города в А, так еще и числа из А в C и из А в D у нас неправильные. Соответственно, у нас остается только один вариант, вариант А. Задание номер 6. Задание номер 6, как на мой взгляд, наверное, самое тяжелое из всех этих заданий, которое требует не столько даже математики и информатики, сколько немножко логики, что нужно здесь подумать, нарисовать, понимать, как все это происходит, как это выглядит. Задание. При каком наименьшем целом значении m, приведенное ниже выражение, истинно для любых целых положительных значений x и y? Во-первых, нужно отметить, что у нас x и y положительные, то есть не отрицательные, не равны нулю, а именно положительные. Это может вам сыграть роль в похожих задачах. В этой не сыграет никакую, но в похожих может повлиять. Во-вторых, нам нужно знать, что вообще это вот за значки, что это за галочки. Сверху вниз, такая же галочка есть снизу вверх. Так вот, это операции, логические операции, которые называются конъюнкция, дизъюнкция и инверсия. Всего их три, они основные. Из этих трех операций строятся другие операции, такие, например, как следование, импликация, соответствие и так далее. Так вот, для этого нужно знать, что у нас есть высказывание. Логические операции применяются к двум высказываниям, либо как инверсия может применяться к одной, но к трем и более не может.
обязательно, либо какой-то, только к двум высказываниям. Так вот, конъюнкция – это логическое умножение. Можно по аналогии с обычным умножением постараться запомнить, если у нас есть сложное высказывание и второе ложное высказывание, при перемножении ложного на ложное мы получим точно так же ложное высказывание. Если одно из высказываний ложно, а второе истинно, причем если первое ложное, а второе истинное, то мы точно так же получим ложное высказывание. И обратная ситуация точно такая же. Если первое высказывание было истинное, а второе ложное, в результате у нас тоже будет ложное высказывание. Ну и в конце, если у нас оба высказывания истинные, то и общее наше высказывание будет истинное. Это логическое умножение. Логическая дизъюнкция – это, можно сказать, что логическое сложение. Вот, если у нас два ложных высказывания, то и в сумме они будут давать ложное высказывание. Если одно из высказываний истинное, неважно, первое или второе, то и в сумме все высказывание будет тоже истинное. И, ну и, конечно, если оба высказывания истинные, то и общее наше высказывание в сумме тоже будет истинное. То есть здесь не двоечка, не путайте, это не цифры, это не просто цифры, которые обозначают цифры, это именно истина или ложь. То есть 0 это ложь, единичка это истина. Ну и операция инверсия. Если была ложь, то будет истина. Если была истина, соответственно, будет ложь. Теперь давайте вернемся к нашему заданию. У нас между всеми тремя высказываниями стоит операция дизъюнкция, то есть логическое или логическое сложение. Это значит, что для того, чтобы наше высказывание было истинным, нам необходимо и достаточно, чтобы хотя бы одно из этих высказываний было истинным. Давайте посмотрим вообще, что у нас здесь за графики получаются. Что у нас получается? Три графика. Это первый график y больше либо равен 18, y меньше 2x, и третий график это x плюс y меньше m. Нам нужно найти такое m, которое будет удовлетворять как раз-таки вот этому условию, чтобы для любых x, y было истинно. Давайте посмотрим на графике, что у нас получается. К красной зоне у нас отмечен график y больше либо равен 18. Данные графики вы, конечно же, можете нарисовать у себя в тетради, здесь ничего нет такого прям сложного. То есть вся вот эта вот красная область говорит нам о том, что при любом y, который больше либо равен 18, все наше высказывание будет истинное. Второй график y меньше чем 2x. Это наша синяя область. Все, что ниже синей области, говорит нам о том, что для любых x и y, которые находятся в этой области, наше высказывание точно так же будет истинное. И что мы видим? У нас не хватает как раз-таки третьего какого-то высказывания, то есть нашего x плюс y меньше m, которое покрывало бы нам с вами вот эту область. Вот эту вот беленькую область. Почему именно вот эту область я закрашиваю? Да потому что у нас числа только положительные. То есть нас не интересует левая часть, нас не интересует, что там внизу происходит. Нас интересует только вот эта вот область, так как значения x и y положительные. Но давайте посмотрим вообще, что такое x плюс y меньше m, что это за график. В принципе, мы точно так же можем подстроить его. Если мы поставим, что, предположим, что x плюс y меньше нуля, то это у нас получится вот такой, это получается прямая, проходящая через центр координат, и все, что ниже ее, нас устраивает. Соответственно, нам нужно с вами найти вот эту точку. Мы можем, конечно, взять любое значение, которое будет больше этой точки, но так как нам в задании сказано найти наименьшее целое значение m, то, соответственно, нам нужно найти именно какую-то наименьшую точку, которая перекроет вот эту нашу белую область. В принципе, в данном случае тоже ничего особо сложного нет. Нужно быть лишь немножечко внимательным. Мы можем найти вот эту точку и постараться построить наш график x плюс y меньше именно вот относительно этой точки. А эту точку мы на самом деле знаем. Эта точка у нас будет при y равном 18. И, вернее, если мы приравняем
нашу красную область и синюю область, две наши прямые. При их пересечении это и будет как раз-таки данная точка. То есть мы приравняем y равный 18 и y равный 2x. Если мы подставим одно в другое, мы получим точку 9 и 18. Соответственно, точка 9 и 18 это будет точка пересечения двух прямых. Y больше либо равен 18, y меньше, чем 2x. Соответственно, если мы подставим в нашу формулу, в наше уравнение x плюс y меньше 27, то есть поставим нашу точку 9 и 18 вместо x, y, то мы получим вот такую вот ситуацию, что мы все сделали правильно. Мы закрываем всю вот эту белую область, которая у нас была. Но есть небольшое исключение. А точно ли эта точка 9,18, которая дает нам в результате число 27, является наименьшим? Потому что 27 у нас, да, у нас есть в ответе, но наименьшая ли эта точка? Давайте проверим. Во-первых, при 27 мы, вернемся на секундочку назад, при 27 мы попадаем в точку, которая по умолчанию принадлежит графику y больше либо равен 18, потому что точка y равен 18. То есть эта точка уже по умолчанию будет истиной для данного высказывания. Поэтому точка 9,18 нам уже автоматически не подходит, она уже истинная. Нам остается с вами подобрать еще две точки проверить. Изменить координату по y нам необходимо в любом случае, потому что, причем мы изменяем ее именно вниз, то есть мы опускаем нашу точку ниже, потому что брать координату с y равным 18, либо больше, нет смысла, потому что мы автоматически будем приходить к тому условию, что выражение будет истинным. Поэтому мы с вами берем координату по y на единичку меньше, это, например, 17, и остается нам проверить соседние точки по x, это 9 и 8. При координате 9, 17 мы получаем, что у нас x плюс y будет меньше, чем m, меньше, чем, соответственно, 26. Мы видим, что по первому высказыванию y больше 18 у нас будет ложь, то есть мы не проходим по первому высказыванию. По высказыванию y меньше, чем 2x мы проходим, то есть оно будет истинное. Это значит, что точка 9,17 уже лежит в нашем втором высказывании. Значит, все высказывание будет точно так же истинное. Ну и, соответственно, x плюс y меньше, чем m, то есть 17 плюс 9 меньше, чем 26, это будет ложное высказывание, мы здесь не попадаем. Встает вопрос как бы сразу логически, наверное, нужно взять точку поменьше. Давайте проверим. Вот мы берем следующую точку, 8,17 с координатами, соответственно, значение m у нас будет равно 25, и мы видим, что у нас ни одно из высказываний не является истинным, все они ложные. О чем это нам говорит и что, как мы должны задуматься? То есть для точки 9,17 наше высказывание автоматически истинное, потому что мы проходим по второму высказыванию. Но для точки 8,17 все высказывание ложное, хотя мы всего изменили одну координату. Напоминаю, что у нас координаты x и y они целые, и наш ответ, по сути, находится где-то между этими точками. Встает вопрос, какую точку взять? Так вот, ответ здесь на самом деле тоже простой, и он зависит от вот этого знака x плюс y меньше, чем m. Так как у нас стоит знак строго меньше, взять случай, когда m равен 25, мы не можем, потому что у нас наши условия, первые два наших высказывания уже ложные, и третье высказывание тоже ложное для данной точки. Однако мы можем попробовать взять точку 26, вернее, m равный 26, и подставить ее вот в эту точку. И что же у нас получается? При m равном 26 первые два высказывания у нас как раз-таки ложные, но наше третье высказывание для этой точки истинное.
все остальные точки, которые мы будем рассматривать, они будут уже явно меньше, чем наша точка М, чем 26, и они точно не будут проходить по первым двум высказываниям. Отсюда следует вывод, что нам необходимо взять точку именно М равную 26. Задание номер 7. Какие операторы являются конструкцией множественного выбора? Ну, это задание на программирование, причем не совсем на программирование, не только связано с программированием, нас спрашивают, какие именно конструкции множественного выбора. Но здесь нужно знать, что, в принципе, конструкция if, then – это какая-то условная конструкция, но в некоторых языках программирования, если мы говорим, то там, например, может и не быть вот этого конструкции множественного выбора, вы можете про нее, конечно, не знать. Но чаще всего операторы if, then – это все-таки условный, do, while – цикл, но здесь тоже do until это цикл, это просто разные два оператора из разных циклов. Do while это тоже операторы из циклов. Ну и select case это операторы множественного выбора. Здесь можно, в принципе, и по остаточному принципу посмотреть. Задание номер 8. Задание номер 8 тоже достаточно сложное, задание, в котором можно запутаться, очень легко запутаться. Что необходимо здесь делать? Во-первых, можно его попробовать решить через дерево. Но через дерево я не советую вам решать по причине того, что можно очень легко запутаться. Запутаться в своих же рисунках, в своих же графиках, потерять какую-нибудь линию, потерять какое-нибудь число, и все приведет вас сразу же к плачевному результату. Поэтому я рекомендую здесь все-таки немножко заняться математикой, немножко посчитать и все сделать через формулы. Что у нас здесь есть? У нас есть какой-то исполнитель, который преобразует число на экране по определенной программе. У него есть три команды, которые могут повторять неограниченное число раз в произвольной последовательности. Это могут быть у нас команды прибавить единицу, умножить на 2, умножить на 4. И у нас спрашивают, сколько существует программ, которые в результате выполнения которых число 5 преобразуется в число 55. И при этом нам необходимо, чтобы в траектории было число 22. Отлично, мы сделаем с вами следующим образом. Мы сделаем две, так скажем, небольшие функции, можем назвать их. Первая функция, вернее, это будет все одна функция, но с разными ответами в зависимости от разных условий. У нас есть точка старта и точка конца, то есть откуда мы должны прийти и куда мы должны прийти. И, соответственно, что мы видим? Что если у нас точка старта меньше, чем точка конца, то мы можем, значит, дальше воспользоваться одной из трех команд. Это либо увеличить наше текущее значение на единицу, либо увеличить его на 2, либо увеличить его на 4. Конец как был, так и остается. Соответственно, все эти значения мы между собой складываем. Следующий случай, если у нас точка старта уже превзошла точку конца. В данном случае у нас никакого результата не должно быть. Все, в такой случай мы попасть не можем, значит, там будет у нас ответ 0. Если вдруг у вас в задании попадется такое, что в какое-то число нельзя заходить, то есть чтобы в траектории, наоборот, не содержала, например, число 22, тогда мы здесь к условию подписываем еще, что, во-первых, если старт больше конца, будет 0, или если старт будет равен числу, которое нам нужно избежать. То есть если старт у нас будет, например, равен точно так же, там, 22, ну, то есть 22 мы не должны заходить, то у нас тоже будет ответ 0. Ну и третий случай, если старт все-таки равен концу, то есть мы пришли в эту точку, то наше значение будет равно единичке. Таким образом, мы можем расписать все возможные комбинации и спокойненько посчитать ответ. Причем у нас, так как в задании сказано, что число обязательно должно проходить через 22, то есть его траектории должно быть 22, мы воспользуемся небольшой хитростью. Мы с вами просто посчитаем все значения, сколько у нас есть различных
программ, которые переводят число из 5 в 22, и посчитаем, сколько есть команд из 22 в 55. Получив один результат и второй результат, мы их просто перемножим и найдем, сколько всего у нас получится программ. Кажется, что решение достаточно долгое. Но мы сейчас увидим, что на самом деле это не так, что в какой-то момент все приходит к повторению, которое можно просто-напросто опустить и сказать сразу же ответ. Так. Начнем расписывать. Расписываем f от 5 до 22. Смотрим. 5 у нас меньше, чем 22. Значит, первое, ну, старт меньше конца. Значит, пользуемся первой формулкой. Выполняем все наши команды. Расписываем f от старта плюс 1 до конца, f от старта умноженное на 2 до конца, плюс f от старта умноженное на 4 до конца. Так расписываем f от 6 до 22, плюс f от 10 до 22, плюс f от 20 до 22. И эти операции мы будем повторять аналогичным образом. Дальше расписываем f от 6 до 22. Это у нас будет точно так же 6 меньше, чем 22, значит, мы расписываем по первой формуле. Это будет просто f от 7 до 22, плюс f от 12 до 22, плюс f от 24 до 22. Вот здесь, в принципе, можно, конечно же, будет дальше писать точно так же. Там f от 7 это будет. Это у нас здесь будет, получается, f от 28 до 22. Но так как мы знаем, что если у нас старт больше конца, то мы возвращаем 0. То есть мы можем сразу же это число записывать как 0. То есть здесь у нас тоже на самом деле 0. И дальше я так и пишу вам, что нет смысла записывать то, что равно 0. Поэтому просто пишу 0. Можно, в принципе, вообще это не записывать. Но так как мы сейчас все это разбираем и более-менее подробно, то для вас я это пишу. Ну, соответственно, мы таким образом доходим до случая уже, здесь, когда у нас f от 12 до 22, это у нас получается f от 13 до 22 плюс 2 нуля. То есть и при умножении на 2, и при умножении на 4 у нас значения старта превышают значения конца. Поэтому мы записываем их как нули. И в какой-то момент у нас начинает такая ситуация, как вот здесь, что у нас дальше нули начинают повторяться. И у нас срабатывает только одна команда, это старт плюс 1, то есть добавление единицы. Соответственно, значение от f12, на самом деле, до f22 будут все равны единице. Что нам остается дальше сделать? Нам остается просто в обратном порядке, то есть уже с конца, так как мы знаем значение только последних, пройтись в обратном порядке и записать результат. Соответственно, у нас было f от 22 равно 1. Смотрим дальше, идем наверх. Здесь у нас опять f от 22, подставляем вместо него 1, плюс 2 нуля, будет опять-таки 1. Идем дальше. Все предыдущие значения, все значения, которые здесь у нас в промежутке, они точно так же будут равны 1. Ну, приходим к f от 13, это будет f от 14, которое было равно 1, плюс 2 нуля, опять 1. В f от 12 все то же самое. F от 11, соответственно, это будет F от 12 плюс F от 22. F от 12 – это единица, F от 22 – это тоже единица. Единица плюс единица равно двойке. Далее, F от 11 плюс F от 20. F от 11 смотрим двойка, F от 20 – единица равно 3. F от 9 – это у нас будет F от 10 плюс F от 18. F от 10 – 3. F от 18, тоже знаем, что это единица равно в итоге 4. И так далее. И мы приходим к F от 6. F от 6 это у нас F от 7 плюс F от 12 плюс F от 24. F от 7 смотрим, это была шестерка. F от 12 это у нас единица. И F от 24 тоже единица. Ой, здесь, наверное, у меня опечатка, да? Здесь должно быть 8. А, нет, все правильно, да. F от 7, это F от 6, вернее, это у нас F от 7, это 6, плюс F от 12, это единица, плюс F от 24, а F от 24 у нас нет, это же 0. Получается, у нас 6 плюс 1, это будет как раз 7. И самое последнее, F от 5, это будет F от 6, плюс F от 10, плюс F от 20. Это получается у нас 7,
плюс 3, 10, и плюс f от 20, плюс 1, 11. Все, мы посчитали с вами первую часть. Нам остается посчитать точно так же вторую часть, от 22 до 55. И здесь принцип тот же самый. Мы точно так же смотрим, какое у нас первое число, какое второе число, и в зависимости от условия выбираем один из случаев. Таким образом, мы доходим здесь точно так же до f28,55, где у нас получается, что только плюс 1, только команда плюс 1 дальше может выполняться. А значит, что все значения f от 28 до 55 будут равны единице. И таким образом мы точно так же в обратном порядке с вами расписываем все. И у нас получается на выходе, что f от 20, что мы можем получить всего 7 программ, которые переводят число 22 в 55. Все, что нам остается сделать, это перемножить значение. Из 5 до 22 было 11 команд, из 22 до 55 было 7 команд. Перемножаем все эти значения, получаем 77 команд. На этом, в принципе, все. Можно, конечно, попробовать построить небольшое дерево. Ну, как небольшое дерево, получится на самом деле очень большое, учитывая, что здесь целых 3 команды. Каждую команду придется расписывать. Нужно будет не просмотреть, чтобы где-то... что ваш путь содержит именно 22, если его нет, придется что-то там зачеркивать. Можно попробовать нарисовать, конечно, таблично все, но там тоже придется вам вычеркивать. Не очень удобно смотреть, как, на мой взгляд, лучше все-таки воспользоваться этими формулами. Причем, будет у вас здесь в другой задаче, не прибавить на 2, а снять 2, значит, будет старт в минус 2. Будет не умножить, а разделить на 2, значит, будет старт делить на 2 и так далее. Но если вдруг будет 4 команды, значит, добавится еще одна, четвертая команда. Если будет там 2 команды, значит, одна из них уберется просто-напросто. Задание номер 9. Задание номер 9 связано с программированием. У вас здесь есть два фрагмента программы. Одно на Pascal, второе на C. В программе описан одномерный целочисленный массив А с индексами от 0 до 10. И целочисленные переменные И и Т. И вот как раз есть два фрагмента программы, вам нужно сказать, чему окажутся равны элементы этого массива после выполнения фрагмента программы. Ну что ж, здесь, в принципе, если вы умеете читать код программы, проблем вообще никаких не будет. Ну, если все-таки не умеете, значит, можно попробовать все это более-менее подробно расписать. То есть мы видим, что у нас есть массив с индексами от 0 до 10. И мы знаем, что вот у нас идет первый цикл, со счетчиком, цикл for, то есть наш счетчик i будет автоматически увеличиваться на единичку, так как нет других условий. И мы видим, что у нас a с индексом i, то есть массив a с номером ячейки i записывается самой i, то есть в a нулевой, так как i изначально равно нулю, будет записываться 0. Затем в a первый будет записываться единичка, а второй двойка, тройка и так далее до А десятого. Далее, что мы видим? Это закончился у нас первый цикл. Т у нас уже идет вне цикла, так как здесь никаких ни бегинов, ни эндов нет, всего лишь одна команда, значит, только одна команда была у нас в цикле. Это нужно очень внимательно на это обратить внимание, будьте внимательны. Дальше мы видим, что у нас Т равно А нулевому, значит, в мы записали значение, которое находится в ячейке А0, то есть t равно 0. И дальше мы опять проходимся циклом по массиву по нашему, но уже здесь мы обращаем внимание, что мы идем не с нуля, а с единицы. Что у нас происходит? А у нас происходит следующее, что у нас значения нашего массива, они как бы сдвигаются на единичку. То есть мы а и минус первый записываем а и ты. То есть если у нас и равно единичке, давайте нарисуем. Если у нас и равно единице, значит на самом деле мы в а 1 минус 1, то есть в а нулевой, записываем а первый. То есть вот у нас был а нулевой, то есть мы в а нулевой записали значение а первого, то есть мы просто сдвигаем. Что у нас в принципе и получается? В а нулевой записала значение а первого, единичка,
первый, второе, третий, во второй, вернее, третий, в третий, четвертый, пятый и так далее. Пока мы дойдем до десятого элемента. И здесь у нас в девятый элемент запишем десятый, а десятый останется без изменения, так как у нас мы идем лишь до десятого элемента. И в конце самом у нас с вами а десятый, самый последний, записывает значение t, которое было равно нулю. То есть по итогу наш массив будет выглядеть следующим образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и в конце 0. Следующее задание. Задание тоже достаточно простое. Нужно, в принципе, все, что здесь делать, это внимательно читать. У нас есть с вами каталог. Вернее, давайте прочитаем. У нас есть хранившийся в некотором каталоге файл, список 10 класса, .txt, переместили в созданный в этом каталоге под каталог. После чего полное имя файла стало такое d-user class doc и список 10 класса. Каково полное имя каталога, в котором хранился файл до перемещения? Давайте построим небольшое дерево, и мы увидим, что у нас вот он есть корневой наш узел, диск D, от которого идет стрелочка в каталог User, потом идет стрелочка в каталог класс, стрелочка в каталог doc и стрелочка в сам файл, список класса. Что мы видим? Мы видим, что нам нужно, по сути, с вами проделать обратную дорогу нашего файла. Нам сказали, что наш файл переместили в созданный в этом каталоге под каталог. То есть каталог doc является тем самым подкаталогом, который был создан. Но где он был создан? Он был создан в каталоге класс. Соответственно, еще раз теперь представим, что у нас наш список, наш текстовый файл находится именно в каталоге класс. То есть у нас получается, что в каталоге класс создали каталог doc и в этот каталог переместили наш файл. Как раз таки то, что и было выполнено наше задание. От нас спрашивали, где хранился файл до этого. Ну и вот наш будет ответ d-user class. В электронной таблице, задание 11, в электронной таблице значение формулы равно RZNatch в ячейках от d1 до d4 равно 38. Чему равно значение формулы RZNatch от D2 до D4, если значение ячейки D1 равно 22. Ну и здесь вам, конечно же, нужно знать формулы, стандартные формулы Excel. Я бы вам рекомендовал посмотреть, ну, такие формулы, как сумма, максимум, минимум, среднее значение, скажем, значит. Возможно, еще какие-нибудь такие простенькие функции, например, счет если, сумма если и так далее. Что же касается этого задания? Мы видим, что у нас ищется среднее значение для ячеек от D1 до D4. Значит, всего у нас будет с вами 4 ячейки задействованы. И мы видим, что среднее значение для 4 ячеек равно 38. Значит, мы можем найти сумму, сколько всего было, сколько в сумме было в этих 4 ячейках. Поэтому мы 4 умножаем, соответственно, на 38, у нас получается 152. Далее, что нам говорят? Что у нас изменили значение ячеек, первую ячейку D1, ее просто выкинули. Но при этом мы знаем, что значение в ней было равно 22. Замечательно, нам остается от нашей суммы отнять 22. У нас получается 133, значит, на оставшиеся 3 ячейки приходится в сумме 130. И нам нужно найти, чему будет равно среднее значение как раз-таки оставшихся 3 ячеек. Соответственно, 130. Мы делим на 3, и у нас получается ответ 43,33. Еще раз акцентирую внимание на то, что советую вам посмотреть, как работают стандартные функции. Советую посмотреть, что такое абсолютная и относительная ячейка. То есть, когда у нас, например, вот такая конструкция, есть доллар, D, доллар 1, например. Некрасиво. У меня доллар получился, но ничего страшного. Да, некрасивый доллар, так еще и не в ту сторону нарисованный.
Вот такой доллар. Доллар D1, например. Что обозначает этот доллар? Этот доллар обозначает то, что при растягивании ячейки наша первая буква, которая буква либо цифра, которая идет после доллара, она не меняется. То есть, если мы с вами представим таблицу Excel, здесь у нас идут циферки 1, 2, 3 и так далее. И здесь у нас получаются буквы А, Б, С, Д и так далее. Так вот, если мы будем с вами, например, растягивать, возьмем здесь ячейку, да, с адресом решетка доллар D1, и мы будем растягивать ее в правую часть, то у нас с вами буква D не поменяется. У нас что, даже не важно, в правую, в левую часть, у нас как ячейка была D1, она так и останется D1. Если же мы будем растягивать ячейку вниз, здесь уже, да, у нас будет меняться значение ячейки, но оно будет меняться только относительно цифры. То есть у нас здесь точно так же будет D, доллар D, ну, например, доллар D, но уже вот здесь, например, 3. А в этих ячейках оно как было, оно как у нас было, D1 так и останется доллар D1. Неважно, влево или вправо, здесь тоже будет D1. Следующее задание. Задание, опять-таки, связанное с алгеброй логикой. У нас есть здесь операции дизъюнкция и конъюнкция. И нужно определить, сколько записей в приведенном фрагменте базы данных будет удовлетворять данному условию. Будьте внимательны со скобочками. Если вы обратите внимание, здесь у нас получается, ну, если так упростим нашу запись, у нас получается такое условие А или Б в скобочках, конъюнкция, пусть будет D. Что это значит? Вспоминаем табличку истинности. Истинное высказывание, то есть положительное, будет только тогда, когда вся эта скобочка равна единице и высказывание D равно единице. Если бы вот этих скобочек не было, то результат был бы совсем другой. То есть у нас в зависимости уже от А и БД был бы ответ. То есть если бы А было единичкой, или Б умноженное на Д было бы единичкой. Поэтому внимательно смотрите на скобочки. Что же у нас здесь получается? У нас по заданию местоположение должно быть обязательно Атлантический океан. Соответственно, все, где не Атлантический океан, мы можем с уверенностью в 100% просто вычеркивать. Что нам остается дальше сделать? Нам нужно посмотреть, там, где Атлантический океан, проходим ли мы по первому условию. Ширина больше 50 или глубина больше 50. Смотрим первое. Ширина 0,7, глубина 20. Ни первое, ни второе условие не выполняется, значит, его тоже спокойно вычеркиваем. Смотрим дальше. Ширина, опять-таки, 14 не проходит по условию, а вот глубина больше 50, здесь 53. То есть оно нам подходит. Ставим плюсик. И оставшиеся два. Оба значения ширины и глубины не проходят по условию, они оба меньше, чем 50. Вычеркиваем и там, и там. Здесь тоже 1, 3 и 29. Поэтому оба не проходят. Итого у нас получается всего лишь один правильный ответ. Соответственно, одна запись удовлетворяет условиям. Далее у нас идет теоретическая часть. На ней мы сильно останавливаться не будем. Пробежимся по основным вопросам. Задание 13. Что из перечисленного нельзя сделать ни в одном из существующих сервисов электронной почты? Ну, тут, конечно же, ответ очевиден, что это отправить электронное письмо личным сообщением в социальную сеть. Орфография у нас. Давно научились проверять. Отправляется одно письмо одновременно по нескольким электронным адресам тоже давно можно. И, ну и также прикреплять несколько вложений тоже
Можно, соответственно, остается только отправка электронного письма, личное сообщение в социальную сеть, потому что все-таки социальная сеть и электронная почта — это немножко разные сервисы. Задание номер 14. Покупая билет на самолет через интернет, некто желает знать, как и когда можно изменить цена билета в ближайшем будущем. К какому типу относится задача анализа данных? Ну и здесь тоже очевидный ответ, что это будет прогнозирование. Вариант просто-напросто не подходит. Задание 15. Какая из перечисленных моделей представления знаний в системах искусственного интеллекта основывается на правилах, позволяющих представить знания в виде предложений типа «если условия, то действие». И на выбор у вас есть 4 модели. Ну и здесь, конечно же, тоже нужно знать теорию и то, что продукционная модель является правильным ответом. Задание 16. Rootkit — это вредоносная программа. Ну и здесь тоже ответ достаточно однозначный, что эта программа предназначена для скрытого взятия под контроль взломанной системы. Остальные варианты тоже, соответственно, не подходят. Задание номер 17. Здесь все-таки задание не столь теоретическое, сколько снова практическое. В каких из перечисленных позиционных системах счисления запись числа 39 в десятичной системе оканчивается на 3? Ну, соответственно, нам нужно просто взять и перевести это число 39 из десятичной системы во все предложенные и посмотреть, на что оно оканчивается. Ну, соответственно, можно наблюдать небольшой лайфхак. Раз число оканчиваться у нас должно на 3, значит, троичной системы счисления у нас быть не может, так как в троичной системе могут быть цифры только 0, 1 и 2. Соответственно, делаем перевод всех чисел из десятичной системы, соответственно, в четверичную, шестеричную, восьмеричную, девятеричную и шестнадцатеричную. Напоминаю, что делается это при помощи деления. И не забываем, что ответ мы записываем с конца. Смотрим, что в четверичной системе 39 десятичная оканчивается на 3, в шестеричной системе восьмеричной нет, и в девятиричной системе тоже оканчивается на 3, соответственно, у вас 3 правильных ответа. Задание 18. Какие из перечисленных структур алгоритма являются базовыми? Ну, здесь тоже достаточно простой вопрос. У нас всего 3 базовых алгоритма. Это следование, деление и цикл. Соответственно, все эти 3 варианта подходят. Остальные нам не подойдут. Задание 19. С помощью каких из перечисленных интерфейсов можно подключить мультимедийный проектор к ноутбуку или настольному компьютеру? Ну, здесь нужно знать немножко разъемы подключения. Ну и, соответственно, самые популярные разъемы для подключения видеосигнала — это HDMI, VGA и DVI. И они будут правильными ответами. Задание 20. С помощью какого сочетания клавиш Linux или Windows можно выделить текст в адресной строке браузера? Здесь задание немножко хитрецой. Многие могут подумать, что Ctrl-A, вариант GB тоже подойдет. Но, однако, вас спрашивают, при помощи какого сочетания клавиш можно выделить текст именно в адресной строке браузера, при этом не наводясь в адресную строку. То есть, когда вы открываете браузер, вы можете, не нажимая на адресную строку, нажать сочетание клавиш Alt-D, и у вас, соответственно, выделится текст в адресной строке. Сочетание клавиш Ctrl-A все-таки делает выделение всего текста, и выделение это произойдет только в том случае, если наш курсор будет находиться именно в адресной строке. Поэтому здесь ответ Alt-D. Задание 21. Какие из указанных видов запросов в базе данных относятся к запросам на выборку? Ну, для чего нужно знать, что у нас есть 2 вида запросов: на выборку и на действие. Ну, соответственно, запрос на добавление, удаление, обновление и создание таблиц — это запрос на действие. Запросы с параметрами и перекрестные запросы — это запросы на выборку. Задание 22. Какие из перечисленных интернет-сервисов представляют собой облачное хранилище? Ну, здесь тоже задание достаточно простое. Очевидно, что это Google Drive, iCloud и Яндекс.Диск. Все остальное не подходит. Мегого — это
сайт для просмотра фильмов, App Store, соответственно, площадка от компании Apple по продаже приложений, ну и Microsoft Teams — это система видеоконференции, можно сказать, небольшая, ну как небольшая, большая. Задание 23. По каким параметрам можно осуществить расширенный поиск в наиболее распространенных поисковых системах, например, Яндекс, Google и так далее? Mm-hmm. На самом деле в разных поисковых системах разные фильтры на поиск есть, но в основном всегда есть дата обнародования, язык источника информации и релевантность информации. Поиска по объему, ну, лично я не встречал, может быть, конечно, в каком-нибудь поисковики есть, но в основных таких, как Яндекс, Google, точно нет. Степень достоверности такого точно нет, ну и по типу информфайла, содержащего информацию, такого тоже нет. Если мы говорим именно про расширенный поиск и фильтры. Задание 24. Какие из перечисленных алгоритмов относятся к искусственному интеллекту? Ну и здесь тоже задание, в принципе, ну, простое, но все зависит от того, как вы прочитаете варианты ответов. Игра в шахматы. Конечно же, задача искусственного интеллекта. Нас, мы рассматриваем не саму игру, мы рассматриваем именно алгоритм игры, как робот, компьютер, машина будет противостоять игроку. Верстка веб-страницы однозначно нет. Распространение образов – одна из основных задач искусственного интеллекта. Управление технологическими процессами тоже нет. Становление цены на товары тоже нет. И перевод с одного языка на другой тоже, можно сказать, одна из основных задач искусственного интеллекта, связанных с обработкой естественного языка. Ну и последнее задание, задание номер 25. Похожее задание мы уже делали. Вам необходимо, у вас есть алгоритм, который вычисляет значение функции f от n, где n – это некоторое натуральное число, и задается алгоритм следующими соотношениями. Мы знаем, что f при n равном 0 равен 2, f при n равном 1 – 3, и f при n, который больше 1, это будет f от n минус 1 умножить на f от n минус 2 – минус 3. Вот нас спрашивают, чему равно значение функции f от 8. Ну, соответственно, мы с вами и расписываем все возможные комбинации. Это f от 8, 8 больше, чем 1. Соответственно, идем по нашей формуле. Это будет f от 7 умножить на f от 6 минус 3. Далее расписываем f от 7, что это f от 6 умножить на f от 7 минус 3. И так далее, пока не доходим до f от двойки, f от двойки, двойка больше 1, опять-таки, это будет у нас f от 1 умножить на f от 0 минус 3, ну и здесь уже f от 1 у нас, так скажем, табличное значение, это будет 3, f от 0, тоже, так скажем, табличное значение, равно 2. Все, что нам остается сделать, это по обратном порядке, то есть снизу вверх, заново все посчитать. Ну и на выходе получается ответ, достаточно большой ответ. Возможно, в задании планировалось f от 7, но математику никто не отменял. Посчитать, в принципе, здесь не так сложно. Ну, на этом все. Данные темы по теории информатики я рекомендую вам, конечно же, почитать. Все вопросы, связанные с теорией, будут связаны именно с этими темами в вашем тесте, в ваших вступительных испытаниях. Ну и, конечно, желаем крепких нервов, успешных решений, удачи и благоприятного исхода приемной кампании. До свидания.